Я тут с пружиной экспериментирую. Всякие хрени пытаюсь строить. И обнаружился вот такой вот эффект. Но он как эффект? Так себе. Но он есть. Если пружину сделать вот как отдельным, отделить ну, от основной конструкции, ну и можно не отделять даже, она все равно вот так вот начинает изображать из себя вечный двигатель. Кстати, непонятно, почему она... Вроде бы должна отделиться была. То есть никаких читов не включено, да? Ну и все, короче, она теперь так будет вечно вращаться, но... Пока самое... Пока не саморазрушится, самонеразрушится. Как правильно сказать-то? Я до конца этот процесс сам еще не видел. Я вот начал смотреть, как она разрушается, а что дальше будет, хрен знает. Видимо, ничего. Видимо, так и будет теперь прощаться. Ну, то есть, никакая физика, ничего не изменены. Вот это вот натуральное КСП. Так вот ведет себя пружина моя. У него, правда, риджид боди нет, нифига, по-моему. Может, конечно, в этом все дело. Может, и нет. Пока не ясно. Ну все, что я вечный двигатель сделал.